Ну, наконец-то, а то все как эти, как у амёбы, блин. Сеня, а то хоть меня пизды делать? Дали, хоть. Сеня отошел куда-то. А, я понял. Что сейчас с Игорцем этим делать? Он, короче, у него мешок на голове и сяжки. И его надо куда-то тащить в подвал, и там, блядь, я хуй знает. И начинать его обыскивать. Хуискивать. Да, че, да. Вспоминаем РП, пацаны. Конечно. Все, РП, я... да-да-да, дул, шока, да, блин. Главное, пишите с большой буквы и точку ставьте. Вы взяли ручники? Да, да, да. Сняшка и мешок. Отлично. Все, релог. Я помираю, блядь, тоже релог цена. Я не могу, я еще, блядь, давай петь второй раз еду, сука. Заебался, блядь, хрустиком ездить. Он с документами фибровскими или без? Нет, он, короче, с этим. Записывал. Да, он записывал все. Он бегал, писал все, это как там все происходило. Он сидел за нами, да, смотрел. Угу. Как все стрелялись. Алис, кто со мной был? Можете, пожалуйста, подавешечку? Я, она у меня идти могу дать, ты где? А, все. Надо купить еще ПДВшки, бля. Конечно, надо, конечно. Патронов нет на ПДВшке. Я все скупил. Патроны надо. Все скупил, где вообще можно? А ты у синих рядом покупал? И тот, который... Да, у синих тоже заезжал, там тоже пусто. Что за раб? Блядь, ну я поехал тогда в Сэндик. Там на Рапторе... Да, там еще вчера не было. В Сэндике я сегодня все скупил, доехал до Марабунты, там патронов не было, я вернулся уже, все. А, тогда я сейчас левую сторону прочекаю на берегу. Дорого. Да пихуй, какая разница, ой, блядь. Какая разница, дорого, недорого. Че, стрелять какашками будем? Всё, ну, попутнул. Вот этот натикс X5, слышите? Вот этот попутка.